Привет, дорогие друзья! И в этом видео покажу вам, как подключиться к наушникам JBL Club 950NC через приложение. Итак, перед этим я быстренько протру свой телефон, потому что только что говорил по телефону и, видимо, своим ухом его запачкал. Итак, для этого нам понадобится приложение JBL Headphones, заходим в него. А, и наши наушники. Нам обязательно нужно их включить. Для этого мы на левом наушнике зажимаем кнопочку питания, пока индикатор вот здесь не загорится. Ё-моё, как у меня стрёмно рука выглядит, когда я зажимаю. Все убираем, чтобы не портился кадр. И далее зажимаем кнопочку Bluetooth, чтобы вот этот индикатор начал моргать синим и перешел в режим сопряжения. Все. Далее здесь мы нажимаем начало работы, принимаю. Они просят нас включить Bluetooth, и затем еще и разрешение сразу же высвечивается. Переходим в Bluetooth, включаем Bluetooth, возвращаемся обратно. Устройства еще нет, добавьте его, нажимаем на плюсик, выбираем серию Club, Club 950NC. И теперь они говорят нам самим их подключить. То есть мы отодвигаем верхнюю шторку, зажимаем значок Bluetooth, и здесь начинается поиск наушников. Вот, по идее, они, но почему-то они не совсем корректно у нас отображаются. Вот, когда они у нас именно со значком, значком наушников, нажимаем на их название, ждем несколько секунд и нажимаем разрешить, ой, точнее подключить. Далее возвращаемся в приложение. Приложение, можем еще раз вернуться, или не нужно было. Далее нажимаем на наши наушники, и, собственно, вот и все, мы подключились. Так, это мы можем пропустить. Это тоже. Спасибо за прекрасные советы. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока.